выдержать Анжи. Вот эти минуты выстоять любой ценой, как угодно отбивая, куда угодно мяч. Остается несколько минут, что-то около 10. Продолжает давить Локомотив. Пас на Павлюченко. Павлюченко разворачивается, удар, но я подставляю мяч! Габулов! Где был мяч в воротах или нет? Мы не поняли, но это не важно, потому что мяч в воротах 1-1! Сработала замена. Роман Павлюченко, вышедший на замену буквально несколько минут назад, бил поворотом и рикошетом от Дамен Дойе. Мяч предательски покатился в противоположный от голкипера Анжи угол ворот. Обидно. Вот сейчас я вижу реакцию Владимира Габулова. Расстроен. Конечно, расстроен. Это очень обидный гол. Это, можно сказать, курьезный гол. Да нет, ну а что же защитники-то не помогли Габулову? Ну, мяч, правда, уже из ворот он выбивал. Я имею в виду, что не пошли они выручать на добивание. Здесь, может быть, нога Дойе была в офсайде. Очень сложная ситуация. Наверняка будут по этому поводу какие-то споры и так далее. Но в динамике эпизода, наверное, всем показалось, что все было по правилам. Поэтому ногу Дойе мы не будем судить. Молниеносно все это произошло. Сильнейший удар Павлюченко. По инерции выставляет ногу Дойе вперед. Но с этих повторов мы, конечно, не разберемся. Если мы с боковой камеры увидим, то, наверное, нам будет что-то более понятно. Тут же летит вперед Локомотив. Кайседо. Пас в центр, удар! Поднят флаг сейчас.